Записная книжка наемника. 26 сентября. Мы приступили к заданию только 3 часа назад, но из команды в живых остались только я и Кэмпбелл. Число зомби значительно больше, чем мы предполагали. Этот город уже не спасти. Мы уже взяли себе антитела против вируса, но я не знаю, подействуют ли они. Я не знаю, выживу ли я. 27 сентября. Мы сумели добраться до башни с часами. В отчаянии мы отобрали оружие у наших раненых товарищей и использовали оставшиеся в живых жителей в качестве приманки. Нас учили делать это, чтобы выжить на поле боя, но мне всегда это было не по душе. Однако какая-то девочка добралась до башни раньше меня. Она одна из тех, кто остался в живых. Девушка похожа на мою сестру, умершую от голода. 28 сентября. Я хотел эвакуироваться как можно скорее, но девочка была против. Ее отец отказался покидать город, в котором умерла жена, которую он так любил. Я собирался спасти девочку, но Кэмпбелл сказала: «Я беспокоюсь только о нас с тобой». Раньше и я так думал, но теперь в башне стало небезопасно, и я не хочу наделать еще больше ошибок. Да, плохо с текстом проблема. Наемники Амбрелла, похоже, он погиб, пытаясь защитить девушку. Статуя с подносом. На подносе находится хрустальный шар. Так. Статуя женщины с подносом. На подносе находится такой обсидиановый шар. Статуя женщины с подносом. На подносе находится янтарный шар. Такс. Так, трое часов. Богиня будущего. Под картинкой находится поднос. Богиня настоящего. Под картинкой находится поднос. И богиня прошлого. Под картинкой находится поднос. Так, что-то эту головоломку я не помню. Так, это что? Взять предметы мины. Запасной колокол для часовой башни. Чтобы переместить его, нужна огромная сила. Сенсорные мины взрываются, если подходят кто-либо, кроме хозяина. Подходят для миномета. Отлично. Так, обсидиановый шар. Это понятно. Желтый, коричневый и какой он там, синий или серый, да? Синий, наверное. Давайте попробуем так. Нет. Так, что-то не то сделали. Попробуем наоборот. Так, какой куда мы положили, я уже забыл. Этот сюда положим.
тоже не так. Давайте вот эти местами поменяем. Не, наоборот, да? Что-то я совсем не помню эту головоломку. Оставим. Янтарный шар. Хрустальный шар. Давайте положим сюда янтарный. Да что? Я думаю, неправильно. Так, это у нас кто? Богиня прошлого, да? Часы отматываются назад. Богиня настоящего. Забираем. Богиня будущего. Так. Прошлое. Чё у нас тяжелеет? Так. Пойдёт? Блин. Янтарный шар сюда положим. Наконец-то. Цвет предмет золотой шестеренки. Золотая шестеренка. Отлично. Все, возвращаемся обратно. Так, здесь у нас нет ничего. Ой. Хоть не отравили. Радует.
Так, теперь остается соединить шестеренки. Свет больше не работает, там перегорело что-то. Выключатель. Наверное, слишком сильную мощность задали. Так. Сейчас я вроде как помню. Так. Будет еще Немезис. Так что берем сразу вооружение, аптечка. Так. Пистолет выкладываем. Так, что я хотел? А. Объединяем все. Отлично. И теперь можно пистолет взять с патронами. Сразу гранатомет берем. Сейчас должен прилететь вертолет за нами. Мы спасены. Сюда. Наконец-то все закончилось. Нет. Нет. Сколько ж тебя можно убивать, дружище? Так, ну и понеслось. Держи, держи. Оп, не успел повернуться. Давай быстрей. Оп. Так, так, так. Ух ты, у нас вирус. Сидит. Да чтоб тебе. Вставай, вставай, Джилл. Получай, получай.
Жесть. Так, ну что, магнум давайте. Опять не успел увернуться. Да что? Что ж ты будешь делать? Задел все-таки. Джилл! Прости меня, Джилл! Пожалуйста, очнись! Джилл! Джилл! 1 октября. Ночь. Я проснулась от шума дождя. Не верится, что я все еще жива. Карлос? Кажется, мы поменялись ролями по сравнению с нашей первой встречей, а? Не волнуйся, Джилл, в этой часовне безопасно. Я заразилась вирусом, не так ли? Эй, не волнуйся! Я в порядке. Я не чувствую боли. Это-то меня и беспокоит. Если я ничего не чувствую, что это значит? Не сдавайся, Джилл, я тебя не оставлю. Что бы ты ни делала, не позволяй вирусу одержать победу. Итак. Если я превращусь в зомби, пусть твоя рука не дрогнет. Дай мне слово, что убьешь меня. Убивать мы тебя не будем. Так, играем за Карлоса. Что у нас есть? 15 патронов в пистолете. И автомат 100%. Так, ножик. И все. Больше ничего нет. Давайте надо раздобыть противоядие для Джилл. Так, здесь у нас опять друзья ходят. По возможности не будем драться. Патроны ограничены. Чтоб вас, а? Так, на лицо у него картина отчаяния осталась. Так, все разрушено после падения вертолета, кстати. Вертолет же в башню врезался. Давайте-ка посмотрим, есть у нас здесь еще что-нибудь. Ничего, кроме обломков. Там вообще все завалило. Да чтоб ты.
Что вы говорите? Тело товарища, он, похоже, сражался до последней капли крови. Товарищ. Ну, Карлоса хватит сил сдвинуть колокол.